А вы не знаете, о чем говорили следователи с депутатом целых 4 часа? Какой предмет был? Ну, предметно, я насколько знаю, был предметно именно в части касающейся уголовного дела по лицензии. То есть, соответственно, ничего нового нету. Все то же самое. То есть следствие до сих пор, не учитывая, что возбудили 26 декабря, сегодня у нас уже 2 февраля, то есть, как сказать, за столько времени они могли бы уже собрать достаточно доказательств. Но по сей день я не вижу никаких обоснованных доказательств, обоснованных фактов, даже каких-либо улик, ничего практически нету. По этому делу. И впервые допрос был по этому делу произведен только вот спустя почти больше месяца, получается, с 26 декабря считать и 2 февраля получается. То есть чем занималось следствие все это время, тоже непонятно. Следователь был очень грубым, хотя были две женщины беззащитные, но тем не менее очень грубо обращался с нами, пока Аида Денишбековна не поставила его на место и не попросила с ним, то есть не попросила, чтобы он вежливо разговаривал с нами. Вот, наверное, варвар. Айда, давай.